Одному из автолюбителей не повезло. Машина не попала под лампу на ходу, но зацепила ее валяющуюся на дороге и протащила несколько метров. В итоге спущенное колесо и помятый бампер. Как это произошло, стоит только догадываться. Фонари не старые, лампа, скорее всего, взорвалась и крепление не выдержало. Такова первая версия электриков. Однако, узнав о поврежденном автомобиле, специалисты электросетей заявили, водитель сам въехал в столб, от чего сорвалась лампа. А еще произошел схлест двух проводов. Между тем, на проезжей части таких металлических конструкций еще много. И неизвестно, насколько они надежны. Упавшую лампу электрики поторопились почти сразу вернуть на место, а водитель намерен подать на электросети в суд.